Друзья, всем привет! С вами я, Ольга Архипова. Сегодня у нас шторм. Я иду на море показать вам, какой у нас сегодня шторм. Погода пасмурная. Вчера было плюс 16, сегодня плюс 12. И на море сегодня шторм. Посмотрите, горы у нас в тумане. Там гора Сокол слева. Там гора Кабакая. Еще пока открыто, но Сокол и уже в тумане. Ну что, спускаемся на набережную и посмотрим, какой сегодня шторм. Если кто-то будет говорить, что это не шторм, для нас это шторм, друзья.